Всем привет! Рада приветствовать вас на канале Life in Colors. В этом видео мы будем рисовать хохлатого жаворонка. Хохлатый жаворонок – это птица мягкого, относительно теплого климата. Области ее гнездования охватывают не только зоны степей Европы и Азии. На севере хохлатый жаворонок населяет все области лиственных, широколиственных и хвойно-широколиственных лесов. На юге – все районы Средиземноморья, северную, степную, саванну и пустынную области Африки, в том числе и пустыню Сахары, Аравию, весь Ближний Восток и Переднюю Азию. Он встречается почти по всей Индии, в Тибете и Гималаях, в северных и пустынных районах Китая на полуострове Корея. Держась зимой семейными парами, эти птицы не проявляют взаимной привязанности, будто встреча их на одной улице случайно. И чем труднее с кормом, тем оба бегают подальше друг от друга. Сытые, наоборот, почти всегда рядом. В эту трудную пору их рабочий день длиннее, чем у других дневных птиц. Начинается с рассветом и заканчивается в сумерках, когда уже нигде не видно воробьев и улетают на ночевку вороны. Всем приятного просмотра! Спасибо за просмотр! Если вам понравилось это видео, ставьте свои лайки и подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео!